Прекрасное начало весенних каникул для школьников. Со сцены театра «Кукол» в понедельник звучали добрые стихи в исполнении авторов. В наш город в рамках проекта «Библиомобиль» приехал культурный десант, состоящий из поэтов и композиторов, работающих на детскую аудиторию. Это вообще мероприятие «Книжки на именины», всесоюзного значения, свои истоки вообще. Началось первый раз, был инициатором, это детский писатель Лев Косиль, годы Великой Отечественной войны. И вот до сих пор, теперь раньше был только день, теперь неделя. Это ежегодная акция, которую мы отмечаем в конце марта, как обычно, в дни весенних детских каникул. В Иваново культурный десант прибыл из Владимира. Публика принимает хорошо, детям стихи очень нравятся. На завтрак шубу съела моль. И в животе у Моли боль. Казалось, шуба так вкусна. И съела Моль ее одна, тайком от всех в шкафу. И вот у Моли вспучило живот. Наверное, шуба-то пока для Моли слишком велика. Такие мероприятия по задумке организаторов должны пробудить в ребятах любовь к книгам и напомнить: библиотека – это место, где всегда интересно, где есть возможность узнать что-то новое. Сейчас в театрах очень редко ставят спектакли по стихам. Это просто единичный случай. И то, что вот здесь идет два спектакля по поэзии, это замечательно. И проект «Стихи на сцену», благодаря которому мы хотим, чтобы зрители приходили, слышали хорошие стихи и видели, как актеры это делают, это, мне кажется, очень важно. Мы не актеры, но мы постараемся, чтобы вам было не скучно. Всю неделю в городских библиотеках будут проходить акции, мастер-классы, праздничные встречи с интересными людьми. Поучаствовать в них может любой желающий, скучно не будет. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.